Йоу, всем привет, меня зовут Макс Рикс, но сегодня так. Сегодня я вам расскажу топ-10 поисковых запросов. Ой, просто тут нашел. Первое. Как экономить деньги? Второе. 5 способов, как сохранить и быстро накопить капитал. Вот такая вот тема. Как быстро сохранить деньги? Это нужно инвестировать в доллар. Вот узнайте сейчас, какой у вас курс, и проанализируйте. Вот сейчас доллар упал, как будто сейчас скоро будет криптовалюта дорожать. Она дорожает, то есть доллар падает, криптовалюта дорожает, а цены на рынках в реальной жизни, или я же там не говорю в интернете, падают, точнее это растут. Значит, уже началась процесс криптовалюты. Я закупил какую-то валюту, потом продал ее. Жаль, что я ее обратно не сохранил. Давай сейчас узнаем вместе с тобой, можно ли сейчас купить криптовалюту. Я помню, я покупал где-то до 1 000 000 гривен. Теперь она стоит почти скоро 2 миллиона гривен. Я бы умножил 2 раза. Я там купил за 1000 гривен. Мог бы 2000 получить. Плюс был бы 1000 гривен. Так, пишем в поиск. Купить биткоина. Точнее, может быть, биткоин. Заново повторяйте и напишите, вы найдете биткоин кошелек войти. И с вашей стороны все оптимизируется. Даже если Play Market, может тоже туда авторизацию войти. Там много оценок хороших, как по мне. Так, вот я нашел свой, где-то я давно зарегистрированный пароль. Тоже вводите свой. Так, курс. Смотрим. Блин, он остается на своем месте. 1 644 000 гривен. Это за одну. Мы покупаем 0,01 биткоин. Как я вижу, сейчас биткоин упал, но немножко вырос. Блин, что происходит? Он упал только 1 300 000 400 000 гривен. Сейчас его уже нельзя покупать, потому что он вырос. Блин, нужно момент отыскать. Возможно, ночью, да? Нет, он вечером. Вот он всегда как-то вечером это все делает. Анализируйте. Так, я смотрю, сейчас биткоин вырос. Блин, за 3 месяца. Все. Дальше. 5 способов, как сохранить деньги. Первое. Если есть возможность, когда биткоин упал, покупайте срочно, чтобы он вырос, потому что доллар падает. Ой-ой-ой. У меня тоже сейчас с долларом. Что с ними делать? Как будто их закупил, мог их продать. А куда? Пока нужно сохранять их. Возможно, доллар вырастет. Хотя бы хоть раз, еще раз, и все. Может быть, даже доллар вырастет. Поэтому покупайте и доллары, и биткоин. Ведь все может быть. Сохранить и быстро накопить капитал. А чтобы быстро накопить капитал, покупайте разные акции. Именно популярным, потому что они, когда вы их покупаете акции, они будут по-любому покупать, когда биткоин падает. Тем самым заработают побольше, и вы тоже заработаете побольше. И акция подорожает, и вы продадите, и будете уже немножко богаче. Такой способ тоже рабочий. Или просто откладывайте, записывайте свой график, интернет-магазин, например, AliExpress, или там самый популярный он, кстати. В Украине это Розетка, но только там нужно как-то стать, продавать товары свои. Тем самым вы сможете таким способом на пассиве зарабатывать. Как сохранить. Да, тем самым можете так сохранить, но дело в том, что оно не продается так быстро. Но вы их сохраните где-то на лет 10. За 10 лет, думаю, можно продать хотя бы одну вещь. Ну, попробуйте. Но пока я рекомендую инвестировать в акции, которые записывают видеоролик, криптовалюту. Депозит, интересно, что там будет, если доллар упал, по-любому депозит упадет. Или в кошельках добавить новую функцию, покупайте криптовалюты, биткоин, эфириум,
манты, чтобы заменить доллар на криптовалюту. Будет такой механизм происходить в кошельках, я так чувствую. Так что готовьтесь к этому. Так, тут есть, кстати, интересные ролики. Нужно узнать о них. Можно мне такой ролик записать? Хотя бы хоть в описании. Накопить капитал. Ага. Как экономить деньги? 5 способов, как сохранить и быстро накопить капитал. В этом видео речь будет идти о способах, которые помогут быстрее накопить деньги. Уверен, что многие из зрителей не знают об этом способе, так как они посетители являются нестандартным обязательно пользователем или перед покупками. Понятно, там нужно покупать разные экономные акции, тем самым их сохранить капитал и приумножить. Думаю, тоже отличное видео. Ох, тут у нас еще видео популярное, кстати, еще 5 способов. Это у нас, наверное, ролик или что? А нет, еще 5 способов нестандартных экономии денег. Большими буквами пишет. Так, как накопить? Блин, как будто я их ищу. Тут чисто как будто их ищу. Идея у меня как-то заканчивается. Так, дальше. Как это все не прогружается, как и экономить деньги. Рассказал. 5 способов, как сохранить и быстро накопить капитал. Давайте дополним, еще 2 остаются у нас. Быстро сохранить и накопить на капитал. Можно инвестировать в свое хобби, например, купить камеру, снимать видеоролик, как я сейчас это делаю. Первый способ рабочий. Так, еще остается последний. Проанализировать, что сейчас хайпит, и можно закупить, потом его продавать в интернет-магазине. Там был Brawl Stars хайп и в футболках, наверное, где-то 2 года. И вы сможете спокойно закупить их 100 штук, да, и продать за 2 года. Поэкспериментируйте. Я еще не пробовал, поэтому мне не знать, но чувствую, это рабочий способ. Когда мне будет где-то 100 футболок, и их продать за 2 года, думаю, реально и можно так сохранить. Только нужно вложиться. Одна футболка где-то стоит, мы считаем в гривнах, 1000 гривен, 100 тысяч гривен, или они все по 500, будет 550 тысяч гривен за 100 футболок, если они будут каждая стоить меньше 500 гривен. Будет за все это, за 100 футболок 50 тысяч гривен. Как думаете? Такой пример хороший. Ну все, сегодня хороший ролик. С вами был я, Макс Риск. Лучше я буду Макс Прайм. И так, всем пока. Ну, а так его назвала. Его нет канала, жаль. Я Макс Прайм. Пока.